Друзья, если вам нужен максимальный левел и куча денег в GTA 5 онлайн, тогда заходите в мою группу по прокачке. Мы недавно открылись, но уже успели собрать базу довольных и благодарных клиентов. При заказе у нас мы дарим денежный бонус вне зависимости от выбранного пакета. Работаем быстро и со всеми платформами. Ссылка и подробности в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Костя Юрич и Донни Летающий, и это Битваров GTA 5. Здарова! Здаров. Короче, дом 1008, здесь наше логово, сюда мы будем пригонять тачки. Битва воров, в общем-то, элитный район, нужно найти как можно больше хороших и дорогих тачек. И пошел ты в задницу, Кусяндр. Сам иди в жопу. Вот это обоюдно было. Короче, ставим секундомер, я, кстати, сходу уже вижу хорошие машинки. Да-да-да-да, в этом доме что-нибудь есть? Есть, что прыгнет сразу же до океана. Вот так просто прыгнет? Да. И прям в океан? Да. Потрачено. И отдыхать будет. Я. Ну ты, еб твой, тыщ, там столько еще тачек, давай быстрей. Неа. Фига ты телепортнулся, алё. Ну, убить надо. Нет времени объяснять, там слишком много хорошего. Ай. Кстати, ты в курсе, что этот байк не катается по этому? По стенам? А он не по этому катается, у него покрышка пробита, я понял. Он прям, короче, скользит, а не едет. Да? Жестко. Так, нашел еще одно. Забираю, отлично. Слушай, хороший район. Мне нравится. Тут ребята, которые живут. Стритрейсеры, что ли, все? Стритрейсеры, да. Кто помнит? Лайк и хэштег. Вау, я разложился вместе с байком. Да ты дурак, а? Ты долго думал вообще об этом? Нет. Я просто улетел с ноги. Так, я там видел еще что-то хорошее. Вот это можно? Дайте, нельзя, пожалуйста. Нельзя. Можно, хорошо, нельзя, отлично. Нельзя. Слушай, ну это как минимум не так уж и дорого, но это вкусненько. Вкусненько. Так. Вкусненько там у тебя? Вкусненько, я уже привез. Уже хорошо. Так, ребята, время-то тикает, уже полторы минуты как бы прошло. И вот это я тоже сразу присмотрел. Прям работаем максимально быстро, прям оперативно. Знаешь, как перчатки снял, одел. Бистро. Так, у меня вот ты карт поставил свой вообще тупо. Расскажи ты своим машинам, ага. Так, карт. Карт это хорошо, мне нужно чем-то отвечать. Там еще бэха есть, и вот тут еще, короче, домик какого-то мажора есть. У мажора есть что-нибудь в домике? Подожди, не проехал. Забираю. Я проехал через дом, да, где ему вода, вот я проехал. 1008, я же тебе сказал в начале адрес. Как раз для того, чтобы не уезжать. Ой-ё, тыщ. Так, я, наверное, отсюда заеду, потому что там слишком много всякого говнеца. Отлично. И байк меня здесь ждал. Красавчик мой. Что-то еще нашел? Так. Не, пошел ты. Пошел. Короче. Так, я что-то хорошее еще видел. У меня есть то, что если это продать, можно жить до конца своих дней и вообще хер не дуть, как говорится. Жигули? Да. Если ты ее продашь когда-нибудь, это прям вообще топчик. Ну так-то да. Так-то да. Ой, ему пофиг, он бронированный же. Слушай, там флеш сидит, ждет. Мне кажется, он этот какой-то странный. Да, он разберись с ним. Он убежал, я не представился, он убежал. Что там еще он видел-то? Там, короче, наверху стоит то, что тоже может прыгнуть до воды, но это не точно. Нет? Да? Это что было? Ты что делаешь? Аккуратней, здесь же все нежное. Взорвется, мама не горюй. Тут все нежное, все дорого, богато, нульцево, ну, частями. Почему бы и нет. Короче, ребят, мы угнали прям лютую какую-то хрень. Давай разбираться, брать машины и тестировать их. Давай. Итак, ребята, первое испытание Drag Racing. Мы решили прокатиться по одной машине, потому что машин много, а посмотреть хочется на все, как говорится. Поэтому пишите в комментарии, что думаете по поводу этого. Ну и, собственно, ставьте лайк. Так, Драгнова против Ригера. Это интересно максимально. Раз, два, три. Да. Охренеть! Просто как стоячего, это на одном нитро. Ну, улетело дальше. Ну, так-то да. Хотя, нет. Ну, я чуть дальше в воде. Ну, нет, я в итоге сплыл. Ну, я F2 нажал, потому что уже. Блин, ну, это было красиво, на самом деле. Первый балл за мной, ребята. В общем-то, Ригера довольно-таки хорошо себя показала. Слушай, давай проедем по серпантину. Давай. Итак, друзья, это новое испытание, которое Ванёк придумал. Это спуск по серпантину. В общем-то, чтобы вы понимали, я вам покажу. Вот такая вот большая трасса, горная местность, где легко улететь в Кувейт. В общем-то, нужно проехать чисто по серпантину и доехать вот сюда, до развилки. Да. Потому что
сможет это сделать только сильнейший. Ты готов? Давай. Раз, два, три. Итак, ребят, у нас читы. А вот тут вот опасно. Ой, мы на читах ёпта. Еще ни разу не ездили. Охренеть. Да нет, это нереально на читах, реально. Я полетел кубарем. Короче, через F2, если что, тормози себя, потому что, ну, это жесть. Офигеть, скорости, только братан. Если ты летаешь вниз, нужно, обратно нужно вернуться вверх. Да-да-да, офигеть, ты полетел. Самое интересное, как вроде кубарем полетел, но прямо полетел. Да. Так, слушай, ну, на читах-то это испытание тоже смотрится вообще в других красках совершенно. Ну, это, как по мне, дичь немножко. Ну, тут, знаешь, тут прям сосредоточенность на дороге максимальная. Ты стараешься вроде газовать и вовремя тормозить, потому что, блин, это как, не знаю, наскар какой-то по кругу, где гонки ездят, ты неверно делаешь движение и летишь к херам собачьим. Вот так же, да, вот. Я, конечно, не видел, что там произошло у тебя. Все нормально, в принципе. Да? Офигеть, какой серпантин жесткий. Я, кстати, вот этот кусок ни разу не проезжал чисто, потому что я постоянно либо вниз улетал, либо еще что-то со мной происходило. А сейчас я вроде как вырулил, так я видел тебя сверху где-то там, угу. Краем глаза. Уйти в воду, пожалуйста. Да не, такое, слушай, вода холодная. Скукожится же почему? Все. Почему? Это Лос-Анджелес, здесь все нормально. Да? А горы вообще вроде ну тут горы, как бы, и горное озеро. Ну, во Франции, думаешь, тепло настолько? Ну да. Ну там тепло, конечно, не настолько, чтобы... Прям все было хорошо. Слушай, ну Ригьера прям создана для этого испытания, я считаю. Я короче, купаюсь. А, все, я сам предлагал, сам, короче, ну, во всех я пошел купаться. Слушай, на самом деле клево. Мне на Ригьере понравилось, как она держит дорогу здесь, чувствует. Прям пишите, ребят, в комментариях, что думаете по поводу этого испытания. А, короче, Ванька засосала опасная трясина, и он вылетел. Ладно, встретимся на следующем испытании. Давай. Итак, друзья, смертельные шашки, очередное испытание. Кто не знает, мы едем по дороге с оживленным трафиком. Наша задача доехать, получается, вот до сюда, сделать разворот и вернуться обратно. Ты готов? Да, давай. Раз, два, три. Так. Там тетка улетела в небеса. Ты запустил ее сам лично? Да. Твои руки в крови. НАСА. Или капот. Это все НАСА, это не я. Ты так себя теперь называешь, да? Да. Офигеть, там машина что делает. Ай-яй-яй, Бугатя. Да, ёп, ты меня залился или что? Я не понял. Я разворачивался, меня выкинул. Ты, блин, я не могу привыкнуть к Бугатте после Ригьера. Ригьера, конечно, немножко получше себя чувствую. Нихера ты, она меня сломалась, она не едет, Алёна, не едет. Отлично. Она не сломалась, она движок загнулся, сейчас поедет. Я видел такое уже, тоже так ударялся. На самом деле, тебе, знаешь, очки эти пиксельные, самое то. Пиксельные подошли очки. Бы сейчас. Да, красиво летел. Красиво летел. Вообще, да, вот ничего не было. Так, мужик. Тихо, пацаны. А нет, дурак, да ты твою мать, я прям красиво ехал, он вылез, прям ты конченая мразь. Они такие. Я, короче, даже не смотрю на карты, сосредоточен на ботах, которые пытаются обдолбанные поднасрать. Сраку, вы, короче, эти боты. Офигеть, ты не доехал-то сколько? Так я ботов полицейских выключу. Не, да, они могут. Это испытание всегда подгорает. Кому-нибудь задница, в общем-то. Почему бы и нет. Ладно, ребят, записываем балл очередной на мой счет. И погнали на прыжок веры. Давай. Итак, друзья, прыжок веры. В общем-то, прыгаем через ветряки. Карт против Дэвил Сикстина. Отлично. Слушай, хорошо летишь. А я сейчас носом прям. Стой, да, мой балл. Ты видел, как я притормозил? Посмотри. Да. Ну, я не видел, нет. Просто... Смотри, как. Чтобы ты поймал, вот это я все бочком проехал. Хорош. Видишь ли, Дершин? Жестко. Блин, чуть-чуть не хватило. На самом деле, Дэвил Сикстин, если встал бы на колеса идеально, мог бы уехать очень-очень далеко. Ладно, ребята, балл насчет Дони, а мы идем на следующее испытание. Давай. Итак, друзья, дерби до двух побед. Погнали! Чит Чарджер против Багета. Против Багета? Баг. У тебя был офигеть, какой шанс. Скинуть. Я просто на краю чилил, так ладно. Ну ладно. Ты что там, жив? Зачем так делать? Просто клюнул сам вниз. Ладно, окей. А, поехали в финал. Финал. Лига чемпионов. Ну.
Да конченая херня, это здесь скорости дурацкие, блин. Да-да-да, ребят, читы, они у нас такие. Ты где? Пшикнул и исчез с горизонта. Ладно, ребята, еще один изи-балл за мной. И, в общем-то, у нас последнее испытание. Сбросим тачки с горы Чили. Так, ребята, финал, спуск с горы Чили. Это, в принципе, испытание, где мы можем рулить колесами влево-вправо, если дотронемся до земли. Ну, а потом, в принципе, уже ни газ, ни тормоз жать нельзя. Так, ну, я вроде как приземлился. Ни хера ты залез. Ам-ням. Ам-ням-ням. А я приехал. Понятно. Да? Мерсик не справился, он слишком сильно ударился. Слушай, а ты прям с гор спустился? Да. Лохматый Донни, хэштег. Лохматый Донни. Ну, типа, едьте там все дела. Так, ну, чё, хорош уже. Хорош уже. Чё, не хорош? Не балуйся. Я еду. Брось руль. Нет. Брось руль. Нет. Брось руль. Руль брось. Питали бросил, руль не брошу. Давай, бросай руль. Такой звук, как будто он ещё газует сам, да? Ну. Прям такой... Прям. И чё? Я замаскировался, меня нет. Да, тебя здесь нет. Развал колес, все дела. Опасный хищник. Короче, друзья, вот такая серия получилась. Всем спасибо за просмотр. Давайте наберем 6000 лайков под этим роликом, если вам все понравилось. И мне будет приятно, ну а думаю, вам не сложно. Подписывайтесь на канал и всем спасибо. Увидимся в следующем ролике.